Всем привет, я Снежина Кулова. Надеюсь, вы согласитесь со мной, что разговоры про осень, как о время меланхолии и грусти, давным-давно уже не актуальны. Ведь нас окружает столько всего интересного, что делает нашу жизнь насыщенной. Одним из таких событий является появление нового каталога Oriflame. И сегодня рядом со мной очаровательная Альбина Тыщенко. Она поможет мне рассказать об этих новинках поподробнее. Привет, Альбина. Привет, Снежина. Привет всем. Снежина, действительно, я с большим удовольствием жду выпуска новинок от компании. Но в этот раз Oriflame приготовила для нас действительно что-то уникальное. Давай скорее начнем, ведь мы обозреватели. Снежина, согласись, каждая девушка мечтает своим ароматом притягивать внимание окружающих мужчин. И более того, нужно обязательно сделать так, чтобы запомниться с самого первого мгновения, ведь оно запоминается навсегда. И чтобы оно запомнилось, Oriflame приготовил для нас новый аромат – магнетиста. Аромат притягивает внимание мужчин, и это доказано научно. Научно доказано воздействие на мужчин? Это очень необычно, очень интересно, хочу подробного рассказа. Главная задача парфюма – усилить привлекательность девушки и оставить после себя незабываемые ощущения. Давай послушаем. Чувствуешь? Ноты черной смородины, ноты сандала – это то, что мне нравится. И пассифлора. Пассифлора? Да, специальный ингредиент парфюма. А что это такое? Это какое-то растение специальное, да? Да, это растение, которое содержит определенное вещество – хризин. Так, интересно. Да, хризин вызывает повышение тестостерона у мужчин. И чтобы доказать эту магическую силу аромата, Oriflame провел на мужчинах в лабораторных условиях тестирование. Чусь. Во время тестирования проводили измерения мозговой деятельности, реакции глаз, эмоций. И исследования показали, что аромат вызывает положительную реакцию у мужчин. Это очень интересная информация. Я уверена, что вы примете во внимание и воспользуйтесь этим. Мне лично это очень интересно. От себя могу добавить, что данный продукт действительно премиальный. У него замечательный флакон, благородные оттенки, тяжелое стекло, золотой колпачок. Это все приравнивает продукт к премиальному сегменту. Что я могу отметить? Мы с тобой убедились, что аромат очень тонкий, изысканный. И мне кажется, что магнетиста подойдет девушкам, которые привыкли не полагаться на судьбу, не эмоционировать излишне, а наоборот, держать все под контролем, правильно ставить цели и быть привлекательными в каждую секунду своей жизни. Снежина, ты абсолютно права. Магнетиста придерживается классического люксового стиля. А я порекомендую дополнить образ вот таким аксессуаром в виде ключика. Я сразу его заметила. Очень красивый аксессуар, дополняет идеально этот премиальный продукт. Я надеюсь, что для вас, для всех, магнетиста станет тем самым золотым ключиком к сердцам ваших мужчин. И они не останутся равнодушными. Снежина, ты ведь знакома с классическими румянами Giordani Gold в шариках? Да, конечно, я ими пользуюсь, у меня дома есть. Oriflame их обновил, добавил увлажняющие элементы и сделал оттенки интенсивнее. Ну да, я вижу, что действительно цвета стали насыщеннее, но насколько это повлияло на текстуру самого продукта? Текстура осталась прежней, приятной для нанесения, но за счет гиалуроновой кислоты теперь они увлажняют и придают сияющий эффект. Потрясающе. Кстати, ты знала, что шарики сформированы вручную итальянскими мастерами? Нет, этого я не знала. То есть это реально сделано, каждый шарик вручную? Да. Круто. Я вижу, у нас здесь три оттенка. Естественное сияние, нежно-розовое и персиковое сияние. Нежно-розовый улучшает тон кожи всего лица. Персиковый придает теплый сияющий оттенок кожи средних тонов. И оттенок естественное сияние стал еще более интенсивным. Кстати, шарики можно разделить в баночке по оттенкам и использовать как все оттенки, так и по отдельности каждый. Да, я уже даже придумала, какие из них я выделю для себя. Румяна очень удобны в нанесении, яркие красивые оттенки, и все поклонницы Giordani Gold наверняка оценят по достоинству.
Я вижу, что Oriflame подготовил для нас большое количество сочных новинок декоративной косметики. Да, хочу с тобой поговорить о новинках On Color. Давай начнем вот с этой палетки, давай, если ты не против. Я вижу, что здесь есть оттенки как матовые, так и сияющие. Да, в двух палетках одновременно есть два оттенка для бровей и 6 оттенков для век с легким шиммером. Сияющие бежевые и насыщенные коричневые дополнены стальным и черным, но также не стоит забывать про матовые тени светлого и темного оттенков. Оттенки второй палетки тоже универсальны и подойдут любому цвету глаз. Здесь модная розово-сиреневая гамма вместе с сияющим серым, бежевым и двумя матовыми оттенками. Это просто супер! Теперь при помощи одной палетки можно нарисовать идеальные смоки. А еще у On Color вышла новая подводка для глаз. Я хочу попробовать все эти новинки, потому что у меня есть парочку лайфхаков, как сделать крутые стрелки. Первый лайфхак. Направь кисточку к виску, проведи линию, заверши стрелку по линии роста ресниц. Второй лайфхак. Наметь будущую стрелку точками и соедини их. Третий лайфхак. Если что-то пошло не так, не переживай, используй консилер. О, я вижу, у нас еще и помады. Расскажи про них. Да, On Color для нас подготовил 10 новых оттенков с матовым финишем, что так традиционно популярно осенью. А также у них новая форма стержня, очень удобная для нанесения. Палитре 4 нюдовых оттенка, бежевый, холодный и теплый розовый, а также персиковый. 4 ярких оттенка, насыщенный розовый, неоновая фуксия, красный и смелый оранжевый. И 2 глубоких по-настоящему осенних цвета, сливовый и бордо. Альбина, на улице уже заметно похолодало, я уверена, ты знаешь, и в принципе все наши зрители знают, что в осенний период требуется особый уход за кожей. Но я абсолютно спокойна, потому что уверена, что Oriflame что-то для нас уже приготовил. Конечно, хочу показать тебе набор черничный десерт. Он состоит из крема для душа и мультифункционального крема для лица и для тела. Это очень интересно. Знаю, что в чернике есть большое количество антиоксидантов. Что еще полезного в этом комплексе? Черника ухаживает за кожей, а содержащиеся мультивитамины Е и В5 увлажняют и защищают кожу. Крем, кстати, подходит как для лица, так и для тела. А средство для душа отлично очищает и не пересушивает кожу. Я обязательно попробую. Ну-ка. Ну, первое впечатление, конечно же, я огромная фанатка всех ароматов Oriflame, и этот не является исключением. Тогда тебе точно понравится новый крем для ног с тыквенным ароматом. Тыква? Что в ней такого полезного? Тыквенное масло богато жирными кислотами, омега-3, омега-6, цинком, отлично впитывается и увлажняет кожу. Давай попробуем. Тут столько слов правильных сказали, а как на самом деле продукт воздействует на кожу, всегда нужно пробовать. Очень приятный аромат и очень нежная, приятная текстура. Но надо сказать, что у этого крема она чуть поплотнее. Чувствуешь, да, масла? Да, они должны работать. Я рада, что тебе понравилось. Надеюсь, и наши зрительницы оценят эту новинку. Уверена. В обозревателях мы очень часто говорим про женские продукты, но у Oriflame есть прекрасные мужские линейки, о которых тоже стоит напомнить. Да, я надеюсь, прошли те времена, когда у мужчин на полочках стояли только зубная паста, мыло и шампунь, и что сейчас мужчины выделяют время и заботятся о том, как они выглядят. Мы не можем не отметить новый мужской продукт. Что это такое, какие характеристики, что входит в состав? Расскажи поподробнее. Да, это гель для бритья и крем-гель после бритья. Гель разработан по уникальной технологии Razer Glide. И гель покрывает кожу микропленкой, благодаря чему лезвие бритвы скользит легко и не оставляет раздражения. Здорово. Да. А после бритья используем крем-гель, в составе которого экстракт стволовых клеток кофейного дерева, который обладает антиоксидантным действием и стимулирует защитные процессы. Альбина, подскажи, пожалуйста, есть ли в линейке Novage Men что-то для бородачей? Ведь это так модно сейчас. Конечно. Можно использовать крем-гель как средство по уходу за бородачей,
бородой любой длины, ведь он обладает смягчающими свойствами. Как замечательно, что Oriflame заботится о мужчинах и внедряет инновационные технологии в мужские продукты, ведь это поможет им, мужчинам, ухаживать за собой еще комфортнее. В завершении нашего обзора хочу познакомить тебя с аксессуарами из осенней коллекции Oriflame. С удовольствием познакомлюсь. Акцент Oriflame сейчас ставит на мини и макси форматах. Например, сумка-трансформер, у которой легко перекидываются ручки, и она превращается в рюкзак. Очень здорово, ведь тренд на рюкзаки не сдаст своих позиций еще очень-очень долго. Это так удобно в повседневной носке. Тем более, что у этой сумки такой насыщенный, глубокий, изумрудный цвет, что в нее невозможно не влюбиться. И в дополнение я бы добавила акцент с помощью платка с абстрактно-растительным принтом. И, кстати, заметьте, этот платок плиссированный. Плиссировка очень модна в этом сезоне, актуальна, держит очень хорошо форму, подходит ко многим вещам и выглядит необычно, поэтому обратите внимание. Сейчас в моде чанки-цепи и необработанные природные формы. Как раз в нашем каталоге представлены такие аксессуары, браслеты, ожерелья. Эти аксессуары хорошо сочетаются с одеждой любого цвета. Обрати внимание на яркую вставку в виде необработанного кристалла бирюзового цвета. А на сайте Oriflame есть лукбук. Здесь масса идей, как носить аксессуары из осенней коллекции, сочетать между собой. Да, действительно, здесь есть абсолютно все тенденции осени и правильная инструкция, как, что и с чем сочетать. Поэтому пользуйтесь с удовольствием. Это были самые крутые новинки каталога номер 14. Если ты хочешь быть в курсе всех новостей, подписывайся на аккаунты Oriflame в соцсетях. Ищи электронную версию каталога у консультантов или на сайте Oriflame. И не забывай выкладывать посты в соцсетях с обзором любимых продуктов и хэштегом «Я рекомендую». С вами были обозреватели Снежина Кулова и Альбина Тыщенко. Пока-пока!